Холодный осенний вечер, в стенах нашей академии проходит жаркий, обжигающий конкурс «Мисс Вятка СХА-2016». Давайте узнаем настрой наших участников. В принципе, все прикольно, вообще круто. Такая атмосфера нереальная. Люди сходят с ума, поддерживают все. Участницы поддерживают друг друга, участниц поддерживают их друзья, родственники, все, кто только может. В общем, вообще круто. Все девочки достойны победы, среди нас нет явной конкуренции, все равны, и мне это очень нравится. Участницы добавляют последние штрихи в свой сценический образ, а в это время переполненный актовый зал встречает студию танца «Контраст», которая и открыла самое яркое мероприятие уходящей осени – «Мисс Вятка СХА-2016». За кого мы пришли поболеть и кем мы пришли восхититься под ваши бурные аплодисменты. Побороться за корону победительницы решилось 10 участниц. В конкурсе визиток девушки рассказали о себе, своих увлечениях и талантах. Чем только не удивляли конкурсантки своих гостей в этот вечер. Это и дефиле в деловых костюмах, и интеллектуальная часть конкурса, в которой участницы продемонстрировали ум, актерское мастерство и чувство юмора. Не обошлось и без сюрпризов. Зажигательный танец в их исполнении не оставил равнодушными ни одного представителя мужского пола. Надо много смелости, чтобы, во-первых, выйти на сцену и показать себя. Все девчонки молодцы и подготовили хорошо номера. Жюри внимательно следило за выступлением участниц. Каждая пыталась показать все свои таланты за отведенное время. Вокальные номера, хореографические постановки, актерские этюды – это лишь малая часть того, что посчастливилось увидеть зрителям. Завершающая часть праздника – дефиле в вечерних платьях. Каждая из конкурсанток, несомненно, достойна победы. Пришло время подводить итоги. Ни одна из участниц не была обделена вниманием. Каждой была вручена лента «Мисс» в своей номинации и ценные призы от партнеров мероприятия. С небольшим отрывом от победительницы титул «Вице-мисс» достался Татьяне Чупраковой. И самое главное, первое место. Звание «Мисс Вятка СХА-2016» и корону победительницы заслуженно получила... Трудно скрыть эмоции после церемонии награждения. Нам удалось узнать, что чувствовала победительница в тот ответственный и волнующий момент. Я вообще никак не ожидала. У меня, конечно, тряслись коленки, но все девочки достойны. Вы сами видели, я никак не ожидала. Но я рада, конечно. Как выяснилось, это не единственная награда Евгении. У меня до сих пор лежит корона и лента с мисс гимназии, значит, это будет лежать рядом на стеночке. Многие оценили отличную организацию мероприятия и подготовленность участниц, а также дружескую и теплую атмосферу на протяжении всего конкурса. На этом мероприятии первый раз. Очень понравилось. Девочки очень разные, очень такие прикольные. Открою маленький секрет. От первого места до второго 1/10 балла всего. В первую очередь такие конкурсы, они созданы для саморазвития.
ты вкладываешься в себя, ты делаешь что-то новое, создаешь номера, привлекаешь людей, находишь новых друзей. Это всегда идет на пользу только тебе. Пожелаем удачи и новых побед всем тем, кто вышел в этот вечер на сцену. А Евгении Кононовой с гордостью носить титул «Мисс ВятГСХА». Переживали и болели за участниц Юлия Багаева, Валерия Шельпякова, Максим Мохов, Дмитрий Беликов, студенческий медиацентр «Инфотайм».